Шкринер номер 37. Эшли Янг на Барелла номер 23. В своем подкате длиннющей ногой Дзенелато. Он уже в штрафной, обыгрывается. Развернуться Эдуард. Выходить или нет? Все, я пас хороший, но удару я поднял. 4. Все-таки это делает, это Лаутаро. Его пас за... Но я думаю, никто спорить не будет, что это тактичный, потому что на удар идет. Да, и удар, который превратит Лаутаро, как всегда, подвижен. Подача надо играть. Сорвиголов Калабрийских. И еще момент, когда Кротоне... Не было нарушения правил, это перехват. Барелла! И гол! Успел сделать пас! За своей спиной Владимир Голевич. 53 пенальти за свою карьеру Самир Ханданович пропустил. Вроде с Торино, когда дома выиграли. Смотрим, что было. Здесь подков касания. Лаутаро обыграл выход 1-1! Владимир. И тут нынче пашком от газона и от ноги, от тела под давлением находится. Лукаку, это момент у Мартинеса этого матча. Но каков да у Интера, а? Но тут немножко заигрался Молина. Но сумел он в ситуации. 10-й гол. 70. Берешит, штрафной удар. Кордос на месте и... Все-таки хэт-трик. Второго тоже раскачал. Удар. Корд уже вырос у игрока большого. Но может стать еще крутанее. Падает, кричит. На то есть причины.